находится в космосе 11 лет. 11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был притворен в жизнь совместный проект создания «Ойромир» между Европой и Россией. Тем самым проект «Ойромир» служит гарантом для успешного будущего интернационального сотрудничества и взаимопонимания между народами. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Проект «Ойромир».
можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Проект «Пойромир».